Строительство первой производственной площадки изоляционного трубного завода в городе Пересвет началось в 2007 году. В 2013 недалеко от поселка Скоропусковский завершилось строительство второй площадки. На сегодняшний день изоляционный трубный завод – динамично развивающееся предприятие, оснащенное новейшим оборудованием. Основная продукция завода – теплогидроизолированные пенополиуретаном стальные трубы для строительства нефти и газопроводов. За сложными профессиональными терминами скрывается трудоемкий производственный процесс, который, конечно, не обходится без человеческих рук. Я работаю на этом предприятии, на Скоропусковском, больше года. До этого работал в Москве, но не устраивала дорога. Очень тратилось много денег, а зарплата, в принципе, та же, что и здесь. Только здесь транспорт, если возят от дома. Все мне устраивает больше, чем здесь, чем в Москве. Средняя заработная плата работающих на заводе людей – 30-35 тысяч рублей. На производственной площадке в Скоропусковском трудится более 500 человек. Столько же рабочих мест создано в Пересвете. Такие промышленные предприятия у нас в районе есть. И что не менее важно, владельцы принимают решения об их расширении. Конечно, мы по всем направлениям будем включать зеленый свет для подобного рода инвестиций. Сегодня развитие промышленности – это приоритет. Это все равно база экономики, это предприятие, скажем так, одно из базовых, судя по, если учитывать объемы, учитывать количество работающих. Поэтому, конечно, мы в ручном режиме будем с ним заниматься. Большое количество рабочих мест, весьма серьезная налогооблагаемая база. И у налоговых органов по оплате налогов, по всем остальным вопросам претензий нет. То есть это я бы, наверное, с удовольствием мог бы назвать одним из образцовых предприятий, а учитывая его объем и масштаб, качество производства продукции, то многим бы на него стоило равняться. На сегодняшний день производительность изоляционного трубного завода – одна из самых высоких в отрасли. Но на этом руководство предприятия останавливаться не намерено. Уже в ближайшем будущем в эксплуатацию будет введена еще одна производственная площадка. Для работников завода планируется строительство многоквартирного жилого дома. Планы большие. Развиваться есть куда. Влага вот и климат инвестиционный позволяет это нам делать. Район помогает. Вот сегодняшний визит главы, большое ему спасибо. По разговору, по беседе очень положительный результат. Я надеюсь, мы и в дальнейшем будем сотрудничать с районом, с главой и с его людьми. На сегодняшний день все великолепно. Татьяна Сташенко, Адзе Магомедов, День города.